Наш телеканал продолжает совместную акцию с Русфондом. Героиней следующего сюжета стала Кира Тигина. У девочки генетическая аномальная низкорослость. Ей необходим курс лечения дорогостоящим препаратом. Ирина Швец продолжит. Она всегда была меньше своих сверстников, рассказывает Кира Тигина. В детском саду и младших классах надеялась и ждала, что совсем скоро догонит по росту друзей. Но с каждым годом на фоне одноклассников девочка казалась все миниатюрнее. Поэтому ее и прозвали «Дюймовочкой». В магазин я хожу, не достаю, например, до какой-нибудь полки, если хочу что-нибудь купить, приходится других людей просить. К мне относится совсем как к маленькому ребенку. То есть старшеклассники подходят, там внимают. Ух ты, какая маленькая, хорошенькая. Родители не думали, что это окажется признаком серьезного генетического заболевания. У Киры синдром Шершевского-Тернера – аномальная низкорослость. В 11 лет ее рост остановился на отметке в 126 сантиметров. Ну, мы сами пошли сначала к своему врачу. Обыкновенные анализы сдали, нас направили к эндокринологу. А там уже с эндокринологом начали обследоваться. Все анализы начали, гормоны все сдавать начали. Потом поехали в генетический центр планирования. Там нам поставили диагноз. Девочке рекомендовали лечение амнитропом. Его необходимо принимать ежедневно. Это единственный способ нормализовать рост и физическое развитие ребенка. Но лекарство дорогостоящее и за счет бюджета не предоставляется. Сейчас на лечение Киры требуется почти 243 тысячи рублей. У ее родителей таких денег нет. Мама девочки работает поваром в детском саду, а папа электрик и болен сахарным диабетом. Помочь ребенку мы сможем вместе. Принять участие в акции просто. Достаточно отправить смс-сообщение на номер 5542 со словом «дети» на кириллице или латинскими буквами. Стоимость сообщения 75 рублей. Сообщений может быть сколько угодно. Главное – подтвердить перевод денег, если об этом попросит мобильный оператор. Также помочь детям из Башкирии можно адресно. Достаточно зайти на интернет-страницу rusfond.ru/Башкортостан и выбрать любой из указанных способов пожертвования. Вместе мы уже помогли герою нашего предыдущего сюжета Роме Шишегову. Мальчику требовался окклюдер. И благодаря вам, наши неравнодушные телезрители, вся необходимая сумма, а это 260 тысяч рублей, была собрана. Всего за время сотрудничества ГТРК Башкортостан и Русфонда необходимое лечение получили 93 ребенка. 11-летняя Кира Тигина тоже может оказаться в их числе. Ирина Швец, Вадим Зараев, Вести, Башкортостан.